уже своего возраста, своей среды, постарайтесь все-таки понять и принять то учебное заведение, в которое вы поступили. Постарайтесь и выполнять, и не забывать тех, кто остался у вас дома. Я говорю о ваших родителях, братьях и сестрах, дядях и тетях, бабушках и дедушках, о ваших корнях. Не забывайте им писать в интернете, не забывайте им звонить. Не заставляйте их волноваться за вас. Тогда все будет хорошо. Берегите профессорско-преподавательский состав. Вы зря, потому что человеческая жизнь, к сожалению, вечна. И это штучный товар, который вам будет передавать свои знания. Это именно те, благодаря которым запускаются сегодня ракеты с наших кораблей, с наших машин, с наших самолетов. И именно они принимали самое активное участие в их разработках. И ваша задача, может быть, совсем в скором будущем, стать тоже преподавателями и тоже профессорами и передавать эти знания поколение поколению. Наверное, если бы мы не чтили слова Александра Невского, то, наверное, нас бы уже давно не было. Тот, кто к нам с мечом пойдет, но лучше с пирогами к нам. Поэтому берегите все, что вас окружает, и цените те года, которые проведете в этих стенах. Счастливого пути вам в учебном процессе. Но прежде чем вы туда пойдете, я вам скажу, куда вам нужно идти. Внимание! Факультет А! Вставайте! Факультет А! Счастливого пути вам в центральную дверь! Вас там ждут и проводят. Сейчас идем туда, куда вам нужно идти за знанием. Подарки будут на студ-лидере. Не забывайте про него.